Здравствуйте, сталкеры. Продолжаем проходить сталкер Зов Припяти. Нахожусь я в башне Узулуса. Со мной лейтенант Соколов, Вану, вольный сталкер, и бродяга из Свободы. Ну, бывший монолитовец, ну и, конечно же, сам Зулус. Мы готовы к походу в Припять. Ну что, погнали? Погнали. Думаю, бойцов нам хватит, можем идти. Пошли. Так, азот сейчас химичит. Вот так. Нечего. С механизмами. Откроет нам проход. Вот мы стоим на дороге в Припяти. В начале этой дороги. Готовы? Да. Готов. Отряд? Всегда готов. Я тоже готов. Ох, не нравится мне все это. Все готовы. Открывай. Да, все. Вот нас пятеро, и мы идем в Припять. Удачи вам, хлопцы! Спасибо. Так, отлично. Что у нас тут? Ну что, дорогой? Поставим пошли. Вот этот автомат и вот этот. Да, погнали, сталкеры. Ну, двинули? Двинули, конечно. Приехали. Снарки. Попробуем пройти так, чтобы... А, нет, не снарки, смотрите. Попробуем пройти так, чтобы никого из отряда не потерять. Так, есть одного снарка я заколбасил. Тут где-то еще один должен быть. Не, второго тоже, наверное, убили. Да. Идем дальше. Задача дойти до Припяти и никого не потерять. Чтобы все выжили. Ну, если, конечно, по дороге умрет. Бывает и такое. Сильно расстраиваться мы не будем. Так, нужно поменять. Что у меня тут? Антидот. Это химзащита. Нужно нажать так. Кнопку. Радиопротектор ставим сюда. Барвинки ставим вместо бинта. Ну и... Ну, аптеки пусть пока такие стоят. Так, перегруз. Время от времени у меня будет, конечно, перегруз. Но кнопку это не проблема. Кнопку нажать надо, да? Да, конечно, кнопку нажать надо. Нужно нажать кнопку. Нажимаю. Где бы я еще такое место увидел, а? И пару гранат туда сразу. Хорошо, что оно с собой пошло. О, не, сталкеры! Отходим, отходим. Пригодились костюмчики. Конечно, костюмчики пригодятся. Так, есть. Одно заколбасили. Зулуса убили. Блин, Зулуса убили, а вот это вообще не камильфо. Чё ж ты такой растыка? Да, Зулуса замочили. Нет, это мне не нравится. Возвращаемся к последнему сохранению. А задвигали нам. Ой, задвигали. Ясная работа, почётная и невыгодная. Так, вот последнее сохранение. Я люблю доходить до Припяти в полном составе, поэтому нужно почаще сохраняться. Ну и, соответственно, если кого-то убивают, возвращаться к последнему сохранению. Нужно нажать кнопку. Да, нажму сейчас я кнопку. Зулус, какой же домой. Ты растык, да прям. Да и выкину из головы это место. Чёртовой бабушке. Вот и пригодились костюмчики. Конечно. Колбасили мы сразу этих снарков. Отлично. Почаще нужно сохраняться, чтобы по 100 раз одно и то же не проходить. Так, поверху. Ну и местечко, ёшкин кот.
Да, местечко. Аномалия тут. Посмотрим сейчас, где здесь не больно бьет. Ну что, узнал ли там не больно бьет? Эй, смотри, дорогой, здесь пролезть можно. Пойдем. Ой-ё. Меня немножко зацепило, но будем надеяться, никого больше не убило, да? Все живы, да, все живы. Идем дальше. Лучше идти, конечно, первым, чтобы, если что, напарников прикрыть. Так, ну что, пойдем дальше. Особо сложно. Похоже, в лоб не пойдем. Да, нужно обходить, конечно, все завалило. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Пару гранат туда. Куда ты побежал? Сейчас рванет. Ё-моё. Вечно бегут впереди батьки. Так, перезашли в игру. Ладно, нормальные герои всегда идут в обход. Ладно, не буду я кидать гранату, а то придурок опять вперед побежит. Убьем так мутантов. Ну тут мелочь. Это да, ну я хотел их гранаты заколбасить. Так, вот здесь опасное место. Нужно быть поаккуратнее. Что-то ну тут всего лишь два снарка должно быть. Хорошими друзьями и под землей хорошо. Это да. Вот сзади снорк. Осторожно! Так, все целы пока, да? Осторожно. Снорки! Без паники! Блин, да ё-моё, тут меня заколпасят, я не вижу нифига. Все, снорки меня заколпасят. Так, тут лучше, конечно, поставить другой автомат. Снорки! Без паники! Зулус убили, это фигово. Да. Бедный Зулус. Даже не знаю, пойти дальше? Нет. Без Зулуса я не пойду. Возвращаемся. Так, поставим дробовик и далеко уходить не будем. Есть одно заколбасик. Меня теперь убили. Да что такое? Снорки! Без паники! Так, кого на этот раз завалили-то? Опять Зулусы, что ли? Да ё-моё! Да, Зулус прям какой-то растыка. Ладно, идем дальше без него. Пошел он нафиг. Ну, не получается, не получается. Выжить... Так, а теперь мы поставим вот. Ну что, заколбасили там всех? Да, всех заколбасили. Тут несколько снарков было. Бульдог, конечно, выше всяких похвал.
Так, не все еще. А вот и теперь меня заколбасили. Да, неудача. Так, опять мы здесь. Может быть, даже получится выжить. Так, вроде все живы пока. Где еще снорки? Не вижу. Так, ну что, все живы? Да, сохранились. Отлично, в этот раз прям удачно. Ну вот, еще один снорк, но мы его заколбасили. Так, все вчетвером живы. Отлично просто. Иду вперед, чтобы вызвать огонь, так сказать, на себя. Нападение мутантов, чтобы они на меня прыгнули. Где они? Вон они. Где-то здесь. Так, мои вроде все живы. Отлично. Всех положили, все живы. Просто супер. Тут так. Мне тоже не по себе как-то. Ну, здесь, конечно. Открываем сейчас. И сразу гранаты туда. Главное, чтобы сталкеры близко не подходили. Все живы? Да, все живы, отлично. Нет, вон еще снорк один бегает. Все, заколбасили его? Ах ты какой! Да, вроде все живы, все четверо. Супер, так, здесь нужно аккуратно быть. Так, тут монолитовцы уже должны быть скоро. Да, здесь опасно. Так, у меня перегруз. Перегруз. Это не проблема. Сначала дойдем до этого выхода. Да и выкину из головы это место. Чертовой бабушке. Так, дверь обесточена. Так, питание ворот отключено. Да, сейчас я вам включу питание, не переживайте. Я сейчас быстро его врублю. Так, пройти где-то вот здесь можно, если я не ошибаюсь. Да, отлично. Дверь обесточена. А, мне нужно на вышку залезть. Стоп, еще где вышка? Пойдем ее смотреть. Да че ее смотреть? Где вышка-то? А, вон она. Надо включить питание. Нет, слушай, здесь только один раз пройти можно. Второй раз мертвый будешь. Так, где эта гуделка? Да, вот она гудит. Сейчас я включу питание. Не вопрос. Вон и появятся монолитовцы. Ну, тропинку воно нашел. Так, все, теперь нужно аккуратно. Спина к спине, быстро! Так, выключим свет. Эй, смотри, тут открыто все. Вон они появились. Надо их быстрее заколбасить. Блин. Так, меня заколбасить могут. Гранату кинул. Сучонок. Завалил меня. Блин, завалил меня монолитовец. Ну, будем надеяться, вторую не кинет. Хотя, может, конечно, он такой же. Так, вон он еще один. Так, этого сняли. Да ё-моё, никак не могу снять этого монолитовца. Последний. Ну где он? Есть. Ну нифига себе! Лучше уйти из открытого места. Так, все, я завалил их.
Да, зачистил монолит я. Отлично. Теперь можно отсюда сваливать. Бардак! У нас бы на базе за такое... Дверь заблокирована. Так, дверь надо. Ворота заблокированы. Кнопки рядом нет. Есть добровольцы? Смотаться в диспетчерскую и глянуть, нет ли там чего подходящего. Я сейчас сбегаю, посмотрю, не вопрос. Так, Вано, куда ты побежал? Лучше быть здесь. Тут безопаснее. Так, аптеки заберем. Ну, это, конечно... Давай, брат, за тылы не беспокойся. Ну хорошо, будем надеяться, что вы тут не справитесь. Главное, не умрите, парни. Главное, не умрите. Пока у нас полная команда. Осторожно! Что-то тут не так. Пятеро. Да, что-то тут не так. Там монолит. Снайперы! Снайпер, я знаю, вон там сидит. Так, где-то там сидят снайперы, а вот где... Как бы меня тут не заколбасили. Так, путь открыт. Идем? Торчать здесь точно смысла нет. Те двери не худший вариант. Так, ну вроде никого тут нету, да? Сейчас мы их заколбасим. Есть, монолитовцы завалил. Еще где-то двое. Еще где-то двое должны ходить. А где, вот не знаю. Так, ну все, нужно спускаться вниз. Так, сохранились. Вроде все наши живы пока. Так, одного я снял, отлично. Так, ну вроде больше никого не должно быть. Да. Блин, отойди. Есть. Я его снял. Все, все живы, быстро к двери. Я вас прикрываю. Да хотя тут мы всех заколбасили, прикрывать даже не нужно никого. Здесь странно. Так, отлично. Давайте, сталкер, шустрее. Ну что, двинули? Да, двигаем уже. Я первый, вы за мной. Так, ну чё, пойду первым. Наверное, я когда-то был. Да, пойду первым, на всякий случай. Так, ну тут какое уже... чувство нехорошее. Тут не спеша всех снимаем понемножку. Так, надо поставить... Надо поставить бульдог. Ну вы что там застыли? Вы не в ту сторону пошли. Так, я бульдог зарядил. Сейчас я дам просраться. Смотрю, сталкеры за мной не идут. Ну, пусть они там стоят пока. А я пока завалю всех мутантов. Ой-ё! Как бы меня тут не завалили. Так, отлично. Всех заколбасил. Так, ну что они там застряли? Идут понемножку задом. Ха.
сохранились. Погнали. Сейчас появятся собаки. Вот они уже появились. Так, все живы? Да, все живы. Понемножку снимаем их. Где там? Вроде никого. А, хотя нет, есть вон. Зомбак еще один идет. Ну ничего так пока. Минус один, минус два, минус три, минус четыре. Что, кого-то из наших завалили? Нет, вроде все на месте. Пятеро. Все, нас пятеро. Так, у меня перегруз опять. Зачем я взял этот автомат? Надо выбросить его. Похоже, мы уже под Припятью. Да, мы уже под Припятью. Уже почти пришли. Осталось немножко. Чую, выбрались. Так, ну вроде чисто, все, пошли в Припять. Да, здесь явно не курорт. Давай залази, хватит болтать. Ну вот мы добрались в Припять. Призрак. Патруль военных идет. А вот и наша бравая команда появилась. Зулус, Бродяга, Вано, лейтенант Соколов, ну и я, майор Дегтярев. Все добрались, все живые. Все впятером мы добрались до Припяти. Оружие на землю, быстро! Не стреляйте! Я лейтенант Соколов, СКАТ-4, второй пилот. Следую на точку Б-28. У меня есть информация для Ковальского. Проведите меня к нему. Ты знаешь Ковальского? Ты кто такой? Зачем тебе полковник? Майор Дегтярев, СБУ. Прибыл для расследования провала операции «Фарватер». Сталкеры помогли добраться до Припяти. СБУ? Какого хрена? Так и знал, что тут не все так просто. Да, дружная компания. А вы думали, просто так здесь ходим, да? Зачем сразу ствол, дорогой? Не видишь, что ли? Мы свои. Мы с товарищем, мы через все прошли. Долгая дорога была. Хорошо, следуйте за мной. Без меня. У меня с военными дел нет. И с СБУ тоже. Ты, стоять! Оставь, капитан. Пусть идет. Ладно, хрен с ним. Следуйте за мной. Так, ну все, Зулус нас покинул. Мне все равно, кто на кого работает. Ну да ладно, и без него справимся. Майор Дегтярев, СБУ, полномочен расследовать провал операции «Фарватер». Догадки есть? Да. Так, ну все, на этом сталкеры, я с вами попрощаюсь. Мы продолжим проходить сталкеров в Припяти, но уже в следующий раз. До встречи.